Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider, и это 13-я часть моего прохождения. В последней части мы остановились на том, что мы увидели, как Грим упал вот с этого утеса вместе с врагом в жаркой схватке. Я, конечно, очень надеюсь, что он жив, но Лара считает, что он погиб. А также нам помог Рот выбраться из ловушки врага. И теперь он нас будет прикрывать на всем пути нашим прямо вон туда. Давайте отправляться. Мне, конечно, советовали взять лук, побольше стрелять из лука, побольше пользоваться этими возможностями. Давайте пользоваться, посмотрим. На мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Ну, прикрытие это всегда хорошо. А лук у нас работает бесшумно, может быть получится прокрасться. Хотя, конечно, кого я обманываю, у меня это не очень хорошо получается. Обычно это хорошо получается в Хитмане, в каждой миссии там... раза с пятого, но зато мне это нравится. Поэтому, кстати, очень люблю серию Хитмана, потому что там можно... Они у меня на мушке. Ага. Там можно потихоньку выполнять миссии, и не только это, но и проходить миссии разными способами и путями. Это действительно очень-очень нравится. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. С нами Императрица Солнца. А вдруг Императрица Солнца на стороне этой девки? Она стукнет. Что за... Это было! Кто стреляет? Опа! Кажется, нас увидели, но... Смотрите-ка, Рот нам помогает. Еще бы чуть-чуть. Так, пробираемся потихонечку. Стой, не двигайся, они тебя заметят. Жди. Я его не вижу. О! Пошла. Хорошо, Рот. Как скажешь. Будем двигаться по твоим командам. Подожди, еще не время. Давай. Ё-моё, ну у него и скорострельность там. Подожди. Порядке. Да, Рот просто молодец. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Вставайся! Ух ты, схватились. Схватились, держимся. Фу, вылезаем. Не вижу. Впереди чужой! Лара, их слишком много. Уходи оттуда. Как скажешь. Как скажешь. О, вот это. Вот это началось. И да. Бежим. Да, кажись, понеслась веселье. Ух, елки-палки. И цепляемся, да. Фу, надеюсь, нас здесь не видят. Хотя вряд ли. Наверное, видят. Рок, я иду туда. Ты уверена, Лара? Я их вытащу и вернусь. Даю ну, слово. А что нам еще, собственно, остается делать? Будем пробовать спасать наших друзей. Ох, тихонечко. Опять эта пещера кошмарная, где одна голова у нас торчит только. Деревяшки держись, давай. Держись за деревяшки.
Все путем. Выберемся сейчас. О, смотрите-ка, у нее еще две сережки в ухе. Какая стильная. Что, еще одна гробница? Посмотрим. Или просто проход. Так, освободите пленных с Endurance. Так, нам туда или куда нам? Нам туда. Значит, стоит осмотреть вот этот проход. Если это проход, конечно. А, нет. Здесь немного ягод только. За ягодки, как и за ящички с провизией, дают немножко нам опыта. Но это так, ерунда. 10. 10 опыта, что это вообще? Совсем копейки. Ага. Братья мои, послушайте меня. Кажется, сейчас будет заварушка. Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе за Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Ну дела, ребята, ну дела. Охренеть. Это долбанное озеро крови. Я не знаю, что это. Какой-то кошмар вообще. Почему оно все еще здесь? Почему оно не пропиталось и не вымылось? Неужели столько жертв приносит каждый раз? Но как Лара выглянула отсюда, это просто нечто, безусловно. Вот это кадр. Ну и ну. Фух, как же она спаслась. А вы заметили? Заметили в заставке? Безусловно, заметили, что наша Сэмми оказывается наследница Пимика, похоже. Раз неведомая сила затушила костер. Похоже, это именно так и есть. Но давайте продолжать сражаться.
Какой-то природный газ. Возможно, огни опасны. Угу. И как же мы попробуем... А, ну, в принципе, у нас же есть стрелы. Так, газ мы сожгли. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Да что ж такое, он опять идет? Что делать? Нужно скорее пробираться, пока взорвали. Давай, 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 Лард, давай, 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 давай. Фу, ну и ну. Ну что-то с каждым разом все хуже и хуже. Вообще, мне казалось, что... О, книжечка у нас. Мне казалось, что, конечно, Сэмми сожгут у нас на глазах, прям как в фильме Silent Hill. Да, но оказалось, видите, совсем по-другому. Давайте почитаем. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Пока мать с доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство — это да, штука жесткая, там такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться, когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, к какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто ее знает, может, мы уже реально в аду. Да, может, оно действительно уже и так. Ну и истории тут происходят на острове. Психбольница. Этот остров — настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Ну вот, Лара, ты и поверила в сверхъестественное. Да. Действительно, без сверхъестественных сил тут не обходится. Ничего. Так, давайте посмотрим, что выучить на наш единственный навык. А, это у нас закрыто еще. И здесь еще три навыка осталось. Свежевание тут животных. А, больше опыта за разделку и тайники с пищей. Слух и зрение обострились, замечать животных. Ну, нет, пока не хочется что-то это учить. Давайте искусство убивать выучим. Оно нам пригодится. За выстрелы в голову, бесшумное убийство и добивание. Ну, мы частенько это делаем, так что пригодится, пригодится, безусловно. И надо бы уже бойца действительно доучивать, потому что здесь осталась всего одна заблокированная способность. И вот, вот она, одна способность, которая, по-моему, требует два... А, хотя нет, мне казалось, что вот эта циферка 2 означает... так сказать, два очка нам нужно на изучение. Но нет, оказывается, всего одно. Хорошо, о, запчастей-то у нас совсем нет. Ну, поэтому отправляемся дальше. 6 из 10 дневников Лары уже у нас заполнено. А значит, что больше половины игры у нас пройдено, дорогие друзья. Опять у нас пещера, наполненная каким-то газом. Да не дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. Боже. Нет. Ох ты, ё-моё. Боже ты мой. Кошмар. Они нас не видели. Они нас не видели. Кошмар. Вот что было. Вот о какой пещере было написано в дневнике. А, боже мой, отправляют новичков сюда, и они здесь... А, что, они жрут друг друга? Какой кошмар. Слушайте, и похоже, у нас всего две стрелы осталось. Так что будем аккуратны. И не будем слишком расточительны. Где они тут ходят? Где шляются? Не знаю. Но здесь есть источники газа, которые можно взрывать. Так что будем аккуратны, будем использовать все возможности этой пещерки. Кошмар, да. Этот Матиас полный псих.
Все человеческое, говорит, уничтожить в человеке. Да. Боже. Где? Кто? Кто? Где? Я. Кто это? Кто? Кто ты? Новая еда. Боже мой, он тут за решеткой сидит. Кошмар. Он мне, знаете, кого? Голума напоминает. О боже мой, женщина нежная. Кошмар. Действительно, он уже сошел с ума. Говорит с собой в третьем лице. Ну, голым, ё-моё, натуральный. Так, давайте закроем, что ли, вентиль этот. Не знаю. Опа. Стало еще хуже. Стало еще хуже. Боже мой, ну и куда нам выбираться? У меня слов нету от этой... От этого подземелья, от этой камеры ужасной. Иди, иди в темноту. Кошмар какой. Она его не найдет. Где? Так, я достану др... У нас ничего нету. Ни дробовика, ни автомат. Обалдеть. Ну, ладно. Будем ледорубом пользоваться. Хоть ледоруб у нас не отняли. Кошмар, а? Чертов придурок этот Матиас, вообще псих полный. Устроил тут какое-то безумие совершенно. Ох, ё-моё. И у нас всего одна стрела осталась. Зашибись. Так, и тут даже обыскивать нечего. Видите, он гибнет. И даже ничего не, у него нету. В одних труселях здесь. Какой кошмар, а? Как вообще выбираться-то отсюда? Тут у нас газ. Крысы. Крыс, небось, жрут? Ой, ой, кошмар. Ой, ой, боже мой, со всех сторон. В клетках тут сидят, какой ужас. Как они потом выходят, вообще что-то могут делать после такого сумасшествия. Ну давайте, уроды. Нет, никто не хочет. Две дочери такие милые. А, вот у нас еще стрел нашли. Хорошо. Как нам выбраться-то? Ладно, давайте я... А, может просто взорвать эту дверь? Ага, отлично. И давайте, давайте выбираться, может быть. Может, если получится, конечно. Да, вроде выбираемся. Фу. Так, тихонечко. 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 У нас кончились стрелы. Обалдеть, я молодец. Кончились стрелы. Это так плохо. Что же нам делать? Что же нам делать? Не знаю я. Да. А, во, еще стрелы. Ага, они тут возникают из ниоткуда. Да. Надо было аккуратнее. Так, хорошо. Давайте потихонечку как-нибудь пробираться. Может, если я рвану вперед, затаюсь здесь? Стрел возьму как раз. Тихонечко. Сейчас. Может быть, как-нибудь получится их по-тихому все-таки убить. Так, там сверху один у нас. И здесь еще двое. Спасибо, брат. Тихо. Спокойненько. И... О! Да, ну и бесшумное убийство, я вам скажу. Да, вот это называется, блин, бесшумное. Ледорубом его зарубило. Кошмар какой, слушайте. Какое же это бесшумное. Это мясо какое-то. Крутой удар ледорубом, ё-моё. Жесть какая. Так, ну ладно, хорошо. Хорошо. Это уже намного лучше, чем было. Теперь нас хотя бы не убили в этой чертовой пещере. Из-за недостатка боеприпасов. Да, вот так вот. То у нас везде были патроны разбросаны. Просто бери не хочу.
Оставалось еще куча, а теперь, видите, какая ерунда. Смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Что же нам делать? Ага. Только нет. Так-так. Вот наш шанс. Yes. И давайте, давай скорее, 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 Лара, скорее, 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 есть! Нет, нас увидели? Кто? Кто нас увидел? Я не понимаю, кто? О, боже мой! Охренеть! Что за монстры? Кто это вообще такие, а? Я хочу у них автомат забрать. Так, тихонько наверх, наверх, наверх. Сдохни, а! Сдохни! Сгори! Ух ты, ё-моё! Тут еще кричит. Нет, это он сгорел. Фух. Слушайте, ну они мощные, а? Сколько я стрел выпустил в них. Горючих. А он не сгорает, все не сгорает и не сгорает. Ну ничего, все, догорел наконец. Фу, как они услышали, главное, вот это мне непонятно. Вроде спокойненько себе шел, убивал всех по-тихому. А, они, наверное, патрулировали. Они, наверное, патрулировали, вот в чем дело. О, ну-ка, если попробовать. Так. Нет, что-то эта решетка не открылась. Ну ладно, фиг с ней. Так, давайте здесь полазаем немножечко, посмотрим, что здесь есть. Какие-то корзины. А, еще один вентиль с газом. Ну, опять его сорвем. Да, что-то тут все гнилое, конечно. Ну, я не удивлен. Совсем не удивлен. А, ну понятно. Как ступенечка будет нам служить. Так, еще немножко стрел. Я уже теперь нафиг за каждую стрелу цепляюсь. Смотрите-ка, до чего нас довели. О, еще один тайничок. Отлично. Похоже, тайничок хорошо. 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Черный шелк. Красотень. А главное – редкость. Итак, у нас... А, не, мне казалось, у нас было очко навыков, но нет. К сожалению, ни одного очка навыков у нас нету. Давайте двигаться дальше. Теперь уже с небольшим запасом стрел. Уже не так опасно. Все время здесь побелены эти места, куда мы можем залезть. Перемещи. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли нас здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? О, эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали... Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывайте. Отведем его к... Ну-ка, взорвать их, что ли, к чертовой матери? Вот тебе! Так, еще кто-то? О! Все, взорвали? Фу, тихо и четко. Какой еще ящик? О, тут ящик. Фух, хорошо. Хорошо, хорошо. Взорвали, никто не лезет. Просто отлично. Так. Куда тут идти? Сколько же тут мест, ё-моё. Давайте вниз еще спустимся, посмотрим, что там. Там у нас, по крайней мере, коробочка. Да не надо нам схватываться. Коробочка у нас тут с провиантом. Немножко опыта нам даст. Ну, здесь закрыт, конечно, все понятно. А там у нас что? Сейчас узнаем. Ну, тоже нифига нету, полезли наверх. Обделяют нас веселыми, интересными моментами. Какой-то ужасный вообще. Не нравится мне это, когда Лара в таком состоянии находится. Мне нравится, когда у Лары куча инструментов. Дробовик, автомат, пистолет. Ну, пистолет, ладно. Ну, хоть какое-то оружие. А это вообще какая-то печаль на самом деле. Ничего нету, один лук, давай вон, иди вперед. Я думал, что так будет в начале игры, а так, видите, в серединке только сделали. Голосом мы славим тебя.
Так. Что они там парят, а? О, боже ты мой, а? Теперь ваше место среди нас, братья. Вознесите хвалу императрице Солнца. Что нам делать, а? Эти психи там молятся. А нам нужно как-то выбираться. Куда нам нужно пройти? Да. Карта обновлена, особое место. Какое там особое место, сейчас узнаем. Вот это что ли? Вроде нет, ладно. Взорвать их что ли? Нет, ну, они не взорвутся. Взорвется там у алтаря и все, и ничего не произойдет. Это ерунда все. Это вообще не вариант. Как же нам прокрасться-то, а? Здесь не пройти, там наверху вот этот охраняет нафиг. Ну-ка. Я ему башку снесу сейчас. Хорошо. Этого тихонечко убрали. Может пройти у него за спиной? Сейчас попробуем. Да что ж такое-то? Услышали нас, а? Что же это за кошмар-то за такой? О боже мой, еще и динамит. Еще и динамит. Нам еще и динамита не хватало. Сдохни ты, сволочь, а. Закидывают нас тут просто. Кошмар какой-то. Так, ладно, должны отбиться, должны отбиться. Должны отбиться. Должны мы отбиться. На, на тебе, сволочь. Да чтоб тебя, а. Чертов динамит. Ха, мы выжили, а он нет. На тебе. На тебе. Сгорите все в аду, сволочи. Иди сюда, иди сюда. Прими свою смерть. О, нет. На тебе. Ну сдохни же ты, сволочь. Фух. Сдох? Ох, ёлки-палки, слушайте, надо было их взрывать всех нафиг. Или надо было вот того чувака, который спиной к нам стоял, убивать по-тихому. Да, ну и устроили мы тут замес, я вам скажу. Кошмар какой-то. Фух. Ну ничего, мы живые, поэтому давайте двигаться дальше. Сейчас соберем только с этих всякие. О, сколько запчастей уже с них насобирали. Много ж они тут держат. Хорошо, что нас не взорвало этим динамитом поганым, а? Швыряются напропалую. Совсем никого не жалеют. Так, ну что нам, вот эту штуку, что ли? Давайте сломаем. Не знаю, что от этого будет. Что от этого изменится. Ничего от этого не изменилось. А, наверное, нам нужно стрелу запускать. То есть комету. Ну-ка. Да, собственно, и что? И что? И что изменилось? Я пока не знаю, что изменилось. Я пока не вижу, что изменилось. Ну, давай, Лар, что-нибудь придумай-то уже, а? Ведро какое-то висит. Нифига они сюда ведро повесили. А, может поджечь эту хрень? Нет. Почему я выстрелил туда, а огонь возник на земле? Да. Логика, логика. Все равно не понимаю, что тут нужно сделать. Везде эти клетки висят. О, еще? Еще кое-что. Хорошо. Все нам сгодится. И стрелы. А, стрел у нас максимум. Прекрасно. Так, ну, я не знаю, что сделать, честно, пока что. Совсем не догадываюсь. Эту штуку мы повернули. Окей, повернули. А дальше-то что? Может еще повернуть? Нет, еще повернуть не получится. О, от газа-то нам совсем хреново стало. А, с этой стороны нельзя ее крутить. То есть обратно ее уже не повернуть. Ладно, давайте.
Ух ты! Вот оно как это работает! Вот оно как это работает, боже мой! Я думал, нас уже взорвали, но нет. Но нет, мы еще бежим. Мы еще бежим, а теперь, похоже, да. Теперь конец этой поганой пещере настал. Давай, Лара, давай, спасемся, спасемся, как и в первый раз. О, нет. Низ, держись за что-нибудь. О, боже мой, теперь еще везде газ. Везде газ, и нам нужно выйти отсюда. Фух, ё-моё. Тут еще хуже. Давай, давай, сукин ты сын. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Бойкая бабёнка. Да, в общем, кого-то нам нужно спасти. Но, дорогие друзья, я знаю только одно. Сделаем это мы уже в следующей серии. Ну что же, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.